Итак, ну что ж, давайте все-таки набирать обороты в этом плане, да, на свой нужно будет. А что-то какая-то хуета получается. Так, ладно. Так. Блять, мы дальше на рынке, что ли? Блять, мы дальше на рынке, что ли? Ну, вроде нормально. Я думаю, чуть-чуть подкрутить. Вот так. И заебись. Такс. Такс, такс, такс. Запрыгнем в спорт. Так. Алло. Здорово. Здорово. Привет. Как съездил? Как делал? Нормально. Я пожралась, как обычно, теперь мне хуёво. Вот. Понял. Да. Так. Ты руль. Да, я еще, ты, короче, скидываешь Дискорд, я такая перехожу, я такая, странно, а чё название такое же, как и у моей? Ну, я говорю, это просто мат так реагирует на мой мозг, там, влияет, точнее, на мой мозг, что... Купон! Я воспользовалась вчерашним купоном на Чебурге. Ой, блядь. Хорош. Yeah. Собственно. Купон на чизбургер. Роман. Я, я. Вы. Я, я. Ой, как? Роман, а как вас вы? Очень плохо слышно. А это нормально, Роман. Это классика. То есть погромче просто не делаешь. Он так говорит, чтобы его шпионы не услышали. Естественно. ФСБ. Вот так. Все мы знаем, что Рома сидит там, в шапочке из фольги. ФСБ, БДСМ, ГИБДД, что-нибудь такое, блядь, из этих разрядов. Ну, я, кстати говоря, БДСМ. Я впервые вижу данного человека, вот, поэтому... Знакомьтесь, Рома, это Тина, Тина, это Рома. Тина? Я уже устал всех знакомить с Ромой просто. Я уже человек какой, 6-й, 7-й, я уже сбился. Нет, 4-й, наверное. Я тебе отвечаю, Рома как моя девушка, знаешь, я знакомлю всех. Ладно. С ней. Так, стоп, у тебя есть девушка? Да, ты. Ай, о, да. Это же интересно. Да, так, мой красавчик. Блядь, у меня тут... Дина, отвернись. Один. А чё? Да, ой, да ладно, чего я там только не видел? Так, стоп. Так, надо... Блять, музыку что ли подрубить? У меня тут типа пиздец. Писец. Блин, собаки, это они до Тина, меня. Извиняю, я тебя тише сделаю, потому что ты смеешься так сильно, что я не слышу просто Рому. Он просто что утопает, понимаешь? Так, блять. Если Рома не может подняться до твоего уровня, то я опущу тебя до его уровня. Бля. Как звучит-то, а? Я не могу найти какой-нибудь нормальный трек, под которым я как-то походу похуёво. Я не слышу Рому. Главное не ставить Моргенштерна. Ну это естественно, я такое не предпочитаю. Так, в смысле, а так. Что такое зло тебе сделал Моргенштерн? Господи, Ром, вот не слушай этого человека, понимаешь, не слушай просто. Этот человек не уважает, вообще не слушает рок-метал, постоянно гонит на него и слушает свой рэп вот этот всякий. О. Осуждаю. Это... Вот, так. Я тоже осуждаю. Отсюда меня нахуй! Я вот, допустим... Не, я вообще не предпочитаю русский высер, вот. О, блин, я бы лучше не сказал, слушай. Красава.
Просто как бы, это может если быть... Это не я сказал. Может быть, раньше когда-нибудь, там, в лихие, там, 80-е, 90-е, может, что-нибудь изгодного можно было послушать. Но я тогда еще не родился. Вот, и сейчас, а значит... В смысле ты тогда еще не родился? Ну, блядь. Я думал, ты старый. Нет. Ему 16 лет. А, нет. Ром, тебе 16. Так, Макс, ты по малолеткам, значит, да? Упс. Ром, тебе сколько? Мне... Бля. Если 20. Судить по-душевному, то мне за 40. Если да. По-настоящему... Не, а по факту? 22. 22? Эх, пошло. Молодой еще. А если по внешке, то вообще, блядь, 16. Господи, ты на год старше его. А, да? Эх, молодость, да, там... В наше время было лучше. Палево. Пока что он в пузе сидел у мамки, я уже во всю жизнь питала, понимаешь? Я уже ее просто... Я уже жила, я уже опыт черпала этот жизненный, понимаете? Уже все. Ты черпала, блин. Господи. Так, и что на топе? А, топе последний. Вот если скажешь, что она старая, она обидится, понимаешь? Будем говорить, что она в возрасте. Нет, если вы скажете, что я старая, я... Точно? Дозрелая, вот так вот звучит. Если вы скажете, что я старая, я не обижусь, потому что это так. Зрелая, блядь, как абрикос. Девушки. Ой, блядь. Сука, так. Так. Так я так и никого не нашел. Розовые ионы или ионы? Или сосный ион? А, не розовый. Ой, тьфу, розовый, бля, розовый. Розовый ион или просто ионы? У меня есть ионы с розовыми волосами. Не, подожди, это не розовый, это какой-то. Кто из этого розовый, что розовый? Короче, у меня есть дух цветения на розовом рукаве. Сука! Есть. Вот, блядь, козёл. У тебя рандар украли? Да. Ладно. Чё себе, ты ещё и на этом будешь на ринге? К сожалению. Или к счастью. Блядь. Ну, это лечится. Нет, это не лечится. Хотя, погоди, нет, это лечится. А вот иметь 7-й ранг на... Я свой, да, это уже не лечится. Вот, я готов. Это будет потно. Я, кстати, не понимаю, зачем добавили на Лигу Графс этот, зачистку леса, если она у всех одинаковая просто? Не знаю. Реально, там в зависимости от меты просто зачистка у всех одинаковая. Так, крокодил до 66 тысяч. Угу. Хорошо. Хорошо. Я сегодня, кстати, представляешь, я сегодня на топе выиграл Дариуса 200к. Ну, это не покажет. Прикольно. Это показатель, это показатель. Я терпел до 6-го. Ты бы видел, как у меня только свистели пули. Да, на ком был? Я на Триндомире. А, ну. Ладно. Это было потно, знаешь. Хорошо, хорошо, окей. Доверься мне. Поверь на слово. Я вам думаю, что... Ну, сейчас, секунду, я... Пионы нужно подкрепить, сейчас. Так, чё, захват идёт? Захват идёт. Оп. Да. Оп. Так. Блин, аж покурить хотел. Ты ещё слишком маленький. Я? Нет. Армия меня отвлек. Сказал бы, что ты из Вьетнама.
О, реально. Кого туда еще ребенком забрали? Мне тут недавно сказали, что мне по голосу 32. Да. Я охуела. Понимаешь, он 8 лет уже держал автомат. Игрушечный. Но держал. Но в таком случае я... Кстати, я в армейке, блядь, автомат наш держал раза... Сколько? Раз 6, наверное. Я тоже в армии была, кстати. Правда, на присяге... Ну, я по тебе видно. Что ты боевая такая. Армия закалилась. Я когда смеюсь, у меня, блин, глаза блин, закрываются немножко, я ничего не вижу. В чем-то я кореец, слушай. Блядь, больно. Ты сказал, когда я кухан слою? Бля. Я контролю. Герой, а? Вот это вот. Бля, Реник, мне с тобой не хочется сейчас файтиться, потому что у меня рука занята. Понял. Так что почему я точно намазал? Как пленская ноги. Ладно, дрожишься тебе. Надо играть серьезно. Не поверь, серьезно, блин, мне просто на вышке поебался. Шарь, парень, шарь, ты за мастер. Там прикольно, кстати, вот эта тема второй час. Сидел, полазил. Нам больше нравится, чем второй. И интерфейс. А, у меня да. Кайф. Землю тебе пухом, братишка. Пух. Просто флеш, игнайт, вэшка, все. Закончили. А талон... А, талон все это время пиздил крабу. Ладно. Его можно понять, его можно простить. Так. Какой красивый скин на Ари, слушай, ты глянь, у него хвостики. Вообще, а, ну, скин. Да. Этот скин называется? КДА. Это КДА, ла? Ёма. Блять, как же... Пиздец. На тот пистолет не играл. Ладно. Если не ёбаный кот, блять. Пойдём. Собрали кота. Блин. До этого играл ОТП АДК. Но как увидел, что ты спорт, сразу не то пошел. А, он уже мертв. Да, она уже успела обидеться, или она просто сосредоточена. Она всё тебя хорошо, даже не слушает. Хорошо, это хорошо, это хорошо. А что, подожди! Стоп! Меньше знаешь, крепче спишь. Неправда. А ну-ка, давай, выкладывай. Выкладывай. А, он еще лайн. А, подожди. Какой игра, интересно? Что поел? Ты задолжил еще. Сива. Бесит больно, блядь, я ебал. Эй, реально. От талона... Ты вот про самую херню слушаешь. От талона реально. Я, блядь, ганга вообще в жизни не дождусь. Это невозможно, блядь. У меня единственный талон, который у меня гангает, это, блядь, мой брат. Все. А, все, ему ульт. Так, все, на, блядь. У меня ни предметов, нихуя, ни голды, блядь, мне 13 крипов. Ой. Я предложил свапнуться, но чувствую, я сосу тоже. А так есть шанс, что кто-то из нас еще может влюбиться в люди. Эленик — это страшный герой.
Не, реник не страшный, реник страшный с этим. С тремя автоатаками. С наступлением? Да. У него же вешка за автоатаки считает. Это сейчас может быть, если ад на шестой, включая своего конченного Ривендрочера, я его убью. Но это прям маловероятно, плюс у него ярость. Давай. Ну, сейчас погоди, выехал. Погоди, погоди. Дай ульт хотя бы. Одного крипа. О, застать вроде. Блин. Не надо было. Тут ему просто, он сейчас от тебя еще убьет чека. То есть он тебе одну вешку даст, кушка перит. Ладно. Динамит. А что, а, против Ари, ты серьезно? О, как минимум, блин. Мне еще хуже. Нет сапога. Я уж лучше с Реником побоялись, чем с Ари. Ари я просто... Да, по факту, я Ари просто не догоню. Ну ладно, тебе может быть нормально. Хорошо. Я Реника еще подверить могу. Главное фармить хоть как-то. Ну, блядь, талон. Может, в принципе, еба не завалить. Так, блять, где талон-то? Я нами нечаянно замутил. Так. Вообще не видно. Да, ну надо. А, не сказал. А, нет, пластин ломали. So much death. Сос. Так, стоп. Трение чисто в танка пошел, все здесь. Так, а Ари ульт поставала вообще, нет, когда на бот пошла? Ари, сядь. Жаль, не падло. А, понял. Слышал, еще рендер влетел. Этот мне стан дал. Шлепок. А, это... Если смысл мне сейчас не дуэль? Пусть он еще подфигит Бенгара. Ой, это хрень. Нет. Нет, Алон, ты же благоразумен, не прыгай в него. Ясно. Закончили. Твоих слов нет. А, я вижу мастер поколения. Так, меня ринет. Такс. Learn from your mistakes. Fall at my feet.
Я вылетел, прикольно видно? Да, здорово. Блин, топ-пад, хешки, 5 секунд, когда... 5 секунд. Талон пиздил меня пластину, и что? Кстати, интересно, есть смысл очень играть нового чемпиона? Ой, блядь, кот. А, он выжил, сука. Ладно. Я понял, что собственно. 500 голды. Здесь вард поставил. Я думаю, может Некс тогда это... А, Пич там получается. Пич вроде Макс ставил второй, первый роль АДК. Да. А, ну типа, если ты хочешь, можешь отдыхать. Я могу попробовать. Я АДК поставил, потому что я уже задолбался играть на стенах роли. А, ну вон, я смотрю на нашего АДК и понимаю, что... Я просто вижу вот это, блядь. Я представляю, как наши модели саппорты так плохо. Потому что играть с эфирами на ДК, это самое, что мы сделаем. Он в зеле. Это уже звучит как шутка. Не, так-то она сильная. Он выжил, да? Подпи. Вкусный. А, тебя там даже рядом нет. Сейчас просто один хп. Он меня прям под тавером уже дает. Скуда. Эх, обидно. Потом я не вижу здесь перспектив на выживание для себя. А, блядь! Тренеры ебаные. Талон через ёму пошел. Сильный парень, хорош. Вас интересно, кого он здесь собирается догонять и шо-то? Да никто она. Шо? Знаешь, Рейнка делал? Для Бенгара, который будет на ульте убегать. Которого, по крайней мере, перегонит. Кажется, собирать Йому с учетом 0-4 такая себе идея. Да. О, кайф. Редбафф стал. Денег весь упор танка делает, а вперед. Что делать с ним? Надо. Ладно. Ну я пришел. Да. Это мой... Что делать?
Полезно. Это, в принципе, я могу что-то сделать, но у нас тут сам нет. А у нас опять эта хуйня сдохла. У нас вообще адекватика, просто уйдет и дохнет. У нас же не адекватика, по классике жанра. Ничего не меняет. Блять, талон дамагет. Да ладно! Кнопка не жмётся. 5 секунд. Да. Я, короче, ни на что не намекаю, но давайте, наверное, сур. Нет, сур. Короче, или... не закончил. Или до последнего, там. Талон. Ну ладно. Попробовать можно. Но всё равно всё плохо. Да, есть хорошо. Просто это керри, это нечто. Вот, да. Прикинь, вкусные там, я их хочу убить. Я думал, они бэкнулись уже. Реально, падал, он стоит и топ пушит на ногу. С одной стороны, хорошо, что он просто стоит и топ пушит. Кстати, его же можно принять. Он как раз меня гнать. Давай, ну ты куда обратно? Вот что-то урона по нему, конечно. Еще есть шанс его убить. Надо попломать. Хотя, как Ларик нам приедут. Хотя бы. А, вон как раз. Ну, может пройдем. А вот есть. А, хорошо. А теперь не зафейлить его. А, Рангар. Бы тебе помог, конечно. Давай. Так, правда, ладно. Он фейлит. Ну, я смог убить Али, конечно, но надо было, наверное, уходить. Да, мне тоже так показалось, что тут конец, конечно. Когда выкинули два ебалы. Но зато мы стояли втроем, умерли втроем. Считаю, что это. Ну да, вот мы играем втроем. По сути, играем втроем. А у нас вот. Ой, господи. Мне страшно за этим, да, на самом деле. О! Видите вот это? Да это наш лесник, бля. Не будем дарить его. Нашим побика еще. Это наш, блять, лесник. Мы меж руки затряслись, ё-мо. От нашего лесника? От лютый. Да. Блин, сок пролил терпи. Вот. Там урона я не могу. Дай покушать, дай покушать! Все, ух, блядь! А, не ладно. Что это? Ну это Ари, короче, я боялся там ремиком. А. Слушай, это не. Она не кастуется. Ладно, давай, ты же так. Я думаю, талон наш, наверное, не нужен вообще. Ему ничего не нужно. Кроме бот, огромного... Бот, пойдемте на бот, да. Сури от лохи. Сури от лохи. Мы не сури. Мы же тайхард. А, у меня бэкс был. Так. И так сойдем. Какой они нужны? Зверь. Иди, зайди нормально.
Кружи? Ага. А, на чё она кастует? На сквера. Ладно, я ребэк, ребэк накручу. А, блин. Ну, больно, Ратя. Больно. Как? Талон, талон, там что творит? Талон, вот это талон. А что, он дамажит, ни хера? Ой. Фанта. Ага. Кем, блядь? Ну, почти. Ну, почти, почти. Я старался. Если бы вот эта тупая, блядь, на Рангаре не забрала моего топера, блядь, я бы вообще в одну либо топку заебал. Давай, Рангар, давай, плюх. Ари, давай, 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 Ари. Плюх. Вот Тауэр тащит у нас. Тауэр сильный. Я верю в того. Победу за топ это Тауэра. На тебя уже не могу. Я. Бежит, бежит, бежит машина. Где, где, где? А, где? Так, а чё он тарит? Мне кажется, как бы Зери могла взять себе всё-таки не арбалет бессмертия. А могла бы просто не брать Зери. Да, как вариант. Но он так подумал, типа, наверное, да, новый герой. Не, я в принципе тоже когда он выйдет так сделаю, ну да ладно. У меня хотя бы руки есть, по крайней мере, пока что. Я их пока не пропил, и они не трясутся. Хотя после таких талонов, мне кажется, мы не только руки есть. Как синий босс. Хочешь? Ну, забирай. Ну, кто куда, я последний. Что делать? Ой. Прям сам. О, да, сейчас что-то будем делать, да? Наш кэрри раздамаживает. Вот это дамаг, мне кажется, крипы больше дамажит. Лови. Осторожно вас снимает скрытая камера. Так, талон. Талон ультовал в Володю. Рот. Куда? Серия. Так, смотри, короче, тема такая, если они близко все подойдут, я могу через флеш играть, достаньте всех, потом ты подкидывай близко. Ну, ну это... Ну, хоть сейчас ведь? Ну ты жопе, словить весь хард-контроль, чтоб ты уже потом доел. Как тебе такая идея? А я доем? Доел, одного доел, второго доедай. Давай, Ари. Скример на Рангаре. Да, не, я видел Рангара. Там, знаешь, когда на тобой восклицательный знак горел, нужна это была музыка из фильма «Челюсти». Это восклицательный знак, а часто глазки горят. А, да? Да, да, ты сейчас кого нибудь на глазки горят. О, вот это наш убийц. Один десять. Не в нашем случае, у нас лежит говно. Он вышел на тропу войны. О! Задефал Нексус. О! Это что, победная? Опа! Зери, Зери, что говорит? Зери, давай! О боже, машина! Ну, мы за такое бы не грех рекорд. А я верил в нее. Надеюсь, она не забудет с ним полз. А, настал он. Ребята, это камбэчная, походу, все.
Что там, сколько у нас Нексуса? Да. Там он просит Нашора помочь. А, ну, хорошо. Ладно. Я предлагаю все-таки лучше дракона забрать, чем Нашора. А, он меня разочаровал. Такой статный мужчина не должен просить помощи. Уф, кто это? Это саппорт. Вражеский саппорт, который пытается убить. Уходи. Нас будут благодарить на процу. Их нет чести. И пиво. Точно. То есть, реально там бароны берут? Ну да. Не надо, уходи. Он пытается. Сделай это. Он пытается, тихо. Да я понял, что он пытается. Лучше сделай по-умному, просто отойди. Он даже кару сейчас въебал. Все, они просто придут такие, о, при барон. Это нам? А ведь реально такой... Они придут на Нексус. Ну да, это они реально идут на Нексус. Ты Нексус. Так, ну подожди. Зато мы заберем барона. А, вы его убьете. Охренеть. Ну я верил. Вы, конечно, проебали, но я верил. Есть. Что происходит? Что происходит? Гадом. Как так? А теперь можно дракон тут сделать. У нас дракон, дракон, ребята, дракон. Камбэк. Как построить тавер? А как скрафтить тавер? Срочно надо. Гайд. А у них там лужа живая. О май гад. Забираем весь. Все, что можно. Сейчас еще Ренгар, если я их поймаю. Так, раз. Кэн. Наш задание выполнено. Здесь там этот гар бежит. Шина. А, все. Бежал. Ладно, вот так вот. Идите. На врагов наших. Дворцы полили. А, ладно. Нет. Ты Зерри там разрывает. Бенгар. Да ладно, она прожалась. Где хил? Ритосы, блин, дефилно. Блин, сейчас, секунду, у меня все липкое здесь, спасибо, блин. Зерри, блин. Кому там талона, я не помню. Ой, блин. Так. 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 Алло. Вау. Это кто такой? Это Суп. Мой друг. Он еще в Дискорд летит. Так, в смысле, хочу... твой друг? Я думала, у тебя один друг, это Максим. Да. Так вот, значит, да. Это внебрачный друг. Все, все, между нами все кончено. Измена. Я наша понимаю, встреча была ошибкой, понял? Блин. Как же так-то? Измена. Так, что я хотел? Что я хотел? Ай, не помню, что я хотел. Изменщик.
Суккубу, наверное, я хотела Дискорд скинуть. Я скинул. О, какой. Сразу все ему скину, все наши координаты. Кто, кто изучил... А, фу, Суккуб что-то там этот... Он динамик. Дискорд заходит. Это делает. Да. А зачем тебе из этого из очереди выходить ради этого? У него древний ноутбук. Так. Ты чувствуешь, когда уже тупо не... Наверное, какой-то что-то. Известный хакер 90-е, да? Да. Только из того видоса Ита на компьютере, блядь, что-то банану ебашит, что ли? Да-да-да-да-да-да-да. В этом балаклаве, да? Да-да-да-да-да. Ладно, придется старенький плейлистики включать. Блин, может под фонг поиграть? Что-то нет. Да? Вообще упоролся я что-то немного. Вроде не бухал. Я хочу поиграть под что? Раз уж тема такая зашла. Так, ладно, пока товарищ заходит, я покурю. Сметал? Курить это вредно. Угу. Поэтому товарищ не курит никогда. Это я вам как медик говорю, да. Главное, что говорю. Хотя, в основном... Где-то в 80% шансе медики все сами курят. Ну, знаешь, честно говоря, я в этом не сомневаюсь. Знаю, какая у вас стрессовая работа. Это конченая работа. Да, и тут даже говоря... Что за работа? Добрым утром. Он стриптизерша работает. На трассе. Я отходил. В мороз, блядь, танцую. Точно, на трассе стоит. Бля, прикинь, ты же стоишь, короче, ожидаешь там какого-нибудь принца на белом Volkswagen, да, там, а там, короче, какой-нибудь, не знаю, Петрович на КамАЗе подъезжает, такой, обслужи, ты такой, ну, блядь. Сосад будешь. Какой-нибудь Базмен, блядь, приедет. Да кем ты работаешь? Я чисто косарь в трусы такой засовываю. Так, а он и достает своего змея. Ёма. Ну, алё, блядь, поехали. С кем ты работаешь? Я медиком, я блядь, медбрат, короче. Медбратик. Для кого-то он медбрат, для меня он просто брат. Для тебя просто мед. Для меня просто мед. Ну и чё он там заходит? Ну он сказал запускай. Не заходит. Что-то он там запускать? Сейчас буду. Я тоже себе такую иконку с котиком хочу. Нет. Но у всех есть, мне кажется. Такая доступна только конченым людям. У меня ее нет. Кстати, Ник, я вот только, получается, во время катки заметил, что нашего саппорта Ник не тронули. Блять, это же бионик вы. Да. Хуя себе. Да это вообще-то метровый хуй, если шо. Нет. Это из бионику. Да, это из бионика. Я проностальгировался его, нихуя себе. Да, да, да. Сразу видно Е23. Хотя я недавно, блядь, встретил тянку, которая свои 27 просматривает аниме. Нормально. Я... Слушай, я как бы тоже аниме смотрю. Я как бы тоже, но мне не 27. Но все равно, как бы, какая разница. Иногда так после... А вот Бионикл, это был мой самый любимый мультик детства. Я не, его я миллион раз. Чисто помню, конструктора занимался после этой хуйни всякой. А потом еще и в игры на компе играл. Прикол в том, что мне сейчас 22, а вот это вот детское хобби у меня немного осталось. Я понял. Ну, по крайней мере, это кто получится. Кто будет со мной дорамы смотреть? Дорамы? Я в детстве Ракша собирала. А, помню. Вот старые, кстати, версии Ракши мне больше нравилась, чем новые. Ну, я собирала те, которые в этой такой круглой коробочке, как капсула. Контейнер, капсула, да-да-да, я понял. Да-да-да. А я этих собирал, Бороков.
Потом шарики что делают? Блять, Джина забанили. Да что за пиздец, блять? Реально какой-то амбилд. Ой. Понял. Я сейчас рангар будет на бот. Говорю, что это самая худшая идея, которая... Ладно. Поделать его воду. Возьми идею. Так, а где шпиль? А, вот. Здорово, скуп. Привет. Чего, что-то? Слушай, он реально, походу, от хакер в балаклаве, да? Да-да-да. Раз. Какие заказы? Раз, это Хардбас. Все спортивы, как кандидат сидит, так и да-да-да. Тебе кого-то сам? Мне? Ну смотри, там Леоны из Зери, как бы, есть что-нибудь такое, типа, утилити? Я не услышала нихуя, но... Танковое, танковое что-нибудь бери, танковое. С контролем. Я не услышала! Пика чё-нибудь! Танк, 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 чё-нибудь, танк, чё-нибудь, танк, во, танк, во, танк, во, танк, ладно, не хорошо. Не играй танком, если что, забыл сказать. Ладно. Так, пидор в пижаме или... Когда она спрашивает, кого тебе пикать. Это надо мага выбирать, да? Это... можно просто промолчать. Погоди, Макс, ты на люксе? В смысле, блядь? Я вообще-то всегда подстраиваюсь. Сделать руны, сделать руны. Своего как? АТК, так что не врагов надо. Ты подстраиваешься. Да, где руды? Да я сейчас этим и буду заниматься, подожди. А, кто там, негр на небе? Так. Через жатву играть или... Да, может, молния. И молния. Главное не стесняться. Играть в свое удовольствие. Рома, слушай, а скажи мне одну вещь. Тебе что, два дискорда мало? Ты третий уже пошел? В смысле? Ну, в канал я имел в виду. У меня их... сколько? Пять. Слушай, ты сразу мне все ссылки скинь, чтобы я больше так не бегал. Мы его все насильно затащили. Надолго. Я и Мишу сейчас укуп стрим подрубил, поэтому сегодня у меня на да я, знаешь, я заметил. В смысле ты стрим подрубил? Подрубил? Алло, я что, в телеке? Да, поздоровайся. Сейчас я... подписчиков, да? С кем? Здравствуй, это я твой единственный зритель. На самом деле, раньше меня хоть как-то еще бывало смотрели. Сейчас я... Потому что Илья ссылки кидал. Нет, там я потом ссылки кидал. Ой, да ладно, как будто я не видел этот замечательный стихи в исполнении Ильи. Смотри, на самом деле, как бы, я не просил Илюку, чтобы он ссылки кидал по КД. То есть я говорю, блядь, давай уж как-нибудь сам. Сейчас, секунду. Он такой, да блядь, у тебя подписчиков мало. Я такой, ну и чё, похуй. Как бы, мне не впадло. А в итоге чё получилось? Илюха перестал все это делать. Я кое-как раскрутил хотя бы, блядь, сколько тогда у меня было подписчиков? Прошу прощения. Какая голосистая дама. А кто сказал, что это дама? Ой, блядь. Ну, судя по тому, что она служила, я не уверен. Не, погоди. А-а-а. Там еще Нави, Нагатора, я так заметил. Твой гном. Не, на самом деле, Сукуб, кстати, вот я вот играл, получается, с другими типами. Если ты смотрел тот стрим, получается, там были еще две тянки. Блядь. Не, ну слушай, они вето не забудут. Нет, они вето было вообще левое. Вот как раз на том стриме как раз-таки играл с одной тянкой, которая была там крайне ёбнутая. Типа, перед каткой, во время пика, я ей говорю, так, короче. Она такая, может, котика пикнуть? Я говорю, нет, кот на топ. Кот разные, мой. Разные были? Кот это, разные. Да, там две тянки как было. Одна потом еще ко мне в ВК добавилась. Я с ней пообщался, и потом понял, что, блядь, кроме тем на лигу, она вообще ни на что не способна. Ну, ладно. Хорошо. Так вот, та женщина, нет, то животное... Нет, стоп, стоп, женщина а? Тут я, а другие... Ладно, ладно, хорошо, да. Хорошо. То животное в итоге проигнорировало мои слова и пикнуло Ренгара на топ. Ой, на, блядь. Я стою, сижу такой и думаю, сука, вот, как бы...
обделили мозгом, все понимаю, ну прислушаться-то там надо. Там чисто этот мем для панасингов. Блять, это я думаю, что пикнуть, блять, что пикнуть? Я стоял так, ну я стоял против Галио, как мне было еще похер, я на Ривен пошел, блять, и разъебал его. Закончился счетом 22-0. У нас там ясик водока был, все по классике, короче. Сижу такой и думаю, ну блять, тут что? Ну, думаешь? Думал. Блядь, думал, всю игру думал, блядь, как тащить. До сих пор думаю. Да. Я до сих пор... Как-то думать не можешь. До сих пор думаю, зачем я с ним... А еще про мой процессор, что там пиздит такое для меня. Блядь, ты сказал про процессор, я вспомнил, что мне это... Выбирайте эти стихии. Две стихии надо выбирать. Так, давай, короче, смотри, огонь и... И... Что там, по-моему, тьма идет? Нет. Тут, типа... Природа, огонь, природа. Бля, вода. Я не играл с этим скином, я не шарю. Огонь, вода, природа и что-то еще, и воздух. О. Ты в какую аватар хочешь пойти последнюю стихию? Я в какую последнюю, не знаю. Я всегда играю через одну. Через темную? Ну, через огонь плюс природа. На магму. Бля, и... Макс, бля, я понял, кто ты. Макс, я понял, кто ты. Конечно, мой. Ты аватар. А я аватар. Ты глянь, какой классный танец Люкс. Да. А мой видел, видал? Оп, оп. Оп. О, а у нас тут уже красный. Макс, ты нас отвлекаешь. Макс, не выебывайся, у нас сейчас он прыгает в лес. Понял? Чисто наши грибы в лес придут и будут хуяриться. Не надо. Не, прикинь, как грибы с линии уходят, короче. Не, и... слушай, я, конечно, не против отвода, но... Мы не думаю, в доте. Это не дота, не дота. Это не та игра. На. Полушите и распишитесь. Вам повысится. Ну да, слушай, это... А, ну хорошо попадает с танами. Угу. Охуеть. Да ладно. У тебя там скрипты, что ли, стоят? Нет. Руки. Хорошо. Она врет. Да не, ты чекай просто. Кай. Мне неприятно стоять с этим саппортом. Ну ясно, все, блин. Меня пиши, понял. Вардик пошел. Блять. А, все. Подписка закончилась. Я понял. Можешь ему станды? Да. Ой, сорян. Ничего, отлично вообще. Спасибо. О. Поможешь черепашке на это? Не, манны, всё. ББ. Угу. Просто заберем по-быстрому. Ты что решил? Отходи. Может, на красном? А АДК там слышался? Нет, потому что не видел. Я на бэк, ману. Окей, а АДК флешился, нет? А, не знаю. Хил-то я видел, а вот флеш нет. Бэк раз. Не флешился. Осторожно, там эко к нему пошел сквозь. Хотя ты, мне кажется, его ты тоже загасишь. О, здрасте. А вот это уже не красиво. Пушка Тимаря летает. Болдарь с нами. Ну, не ты. Типа. У меня нету щиточка, так что... Нормально, нормально. Я сейчас на базу пойду. А!
Ну, все, подписку закончим. Mm-hmm. Оформляем. Да это я их так просто напугать. Чтоб не подходили. Все промазу, посмотри. Секунду. Пал. Идёшь? Он без пуша. Ладно. Ну, уже неплохо. Не рад был, но я что-то поспешил. Ну почему я Ольга забросил? Не знаю. Не, подожди, я знаю, но я не скажу. Она так умна. Ну давай, скажи, что я аутист, давай. Я жду эту фразу. Ты просто супик. Ну да, это все объясняет. Пойдем на базу, дадим. Кизари, заткнись, покорёшь. И на там есть по кустах засели. Кто? Да Рамус там в кустах засел. И сидит. Говорит, знаешь, радуйся, что в кустах, а не там в канализации какой-нибудь. Вау. Я иду. Вау, господи, что творят? Вы только посмотрите на это. Дайте подкушать. Спасибо. С этим мешался. О, а там бот запущили. Да. Сейчас забираю ред. Получаю 6 и клан нахуй. Ну, смотри, у Моргана мана мало. Ну тогда пусть покопит пока. Оу. Сец. Этот мув просто реально нужно в хайлайты добавлять. ГГ. А, вот там сами разобирают. Я чё, ты чё пришёл? Ладно, пойду тогда дракон заберу. Сука. Отснять руб, да. Найт ульт. Просто он ульт апнул прямо во время боя. Апнул мудрёст, там один крип умер. Крип. Блин. Хотя погоди, я сейчас куда иду? Можно подраться. Привет. Ага. Фига. Ой-ё. Ауч. Там наружие. Я сейчас прыгу, пизда? Это я как Макс поверил в себя и пошел. Да. Дракон стоит. Ну, они его не будут забирать. Ну, пока не будут брать. Ну, короче, это карапа. Что, какая стихия? Иди через землю. Трава. Ок. Mystic shot. There are a lot of heroes out there, but none like me. No more messing around. Сейчас просто Рамус экает
Очень жестко. Два контроля у Рамуса и этот контроль у Эка. Скилл за дракона. В принципе, неплохо. Макс, тебя с драконом сравнили. Я бы расставил. Перепадка без крафта. The enemy won't go easy on me. I need to focus. Вали его куда-то. Или под башню пойти, да? Так. Ладно. Сука. Я смеюсь. О май гад. Дай мне красный заберу. Спасибо. Да, кажется, скорый приебался. Ну, бывает. Ну, знаешь, в принципе, я ничего не потерял, краски при мне. В принципе, да. Were our powers really inherited from the god weapons? Есть. Я труп. Жесть. А, вот это вот неприятно. Он без гнойт. Ну, я без кары. С ультой? Скорее всего, сейчас прыгнет. Фух, хотя бы забрал. Боже, я сейчас буду полезен. Ну еще бы я там в нем в лесу засел уже. Сейчас прибегу. Дешево. Ты его, пожалуйста. О, отлично. Ну, все будет. Дракон. Через 30 секунд. А? Дракон? Да. Через 30 секунд. Дракон. Подходи. Я соло, Мейнер, давай. Я тебе про. Как он будет сейчас повыше? А? О, блин, сейчас. Я иду просвечусь из крипов.
combat! What a rush! Как мог? Слышь, стой, помоги. Пушка КД просто. Страшно. Вы смотрите, здесь их трое. Блин, такие слабенькие. Так, меня уже засветили. Есть гриб? Да? Да? Ясно. Кажется, да. Киньте вардик. Или ксавый вышку. Опа. Ну вышку-то. Они его точно не вышка, это вышка. Нахер узнает, черепашка ко мне зашел. А зачем? Нормально, нормально. Нормально. О, ДК идет, это вражеская ДК. Куда ее нахуй? Это спасибо, Руби. Нормально. Это новая ДК просто. Рекосы постарались. Да, она же чистишка играет, уже не знаю, нахрен они так делают. Танка что-то, да? Чудовище. Ай, много П. У Моргана инсульт? Кто кого хилит, что? Kill him! Я слеп! I can see! Герой через 40 секунд. Че, у меня маны нет. Герой через 40. Да блин! Щиток, щиток, сейчас будет щиток. I won't waste this chance. Где грибов? Меня шедр. Герой через 20. Да я в курсе, я смотрю, я знаю тап. Да блин, я просто другим говорю, чё ты. А-а-а. Понял, блядь? Не только тебе все говорят. Ну вот именно, это командная игра, блядь. Чё сразу к леснику как будто претензии. Не-не-не-не-не-не-не. Претензии нет. Просто им похуй. Чё такое Герой? Можно есть? Так, скуп, залетай, ебать, я ультану, давай. Знаешь, я тебе обычно не доверяю. Зари идет на героя. За... Ну, я залетел, да. Я залетел, блядь, Зари. Щиток, щиток. Точно. Когда уже штик, знаешь, штик прошел, говорит, ну, я самое главное, не берет. Ну, я главный тавр оставил, все, во флайке. Душат, реально душат. The Drums, скек. Какой же имбовый итем, а? Какой, корона? Вот это да. Сумрачное пламя. Геральт. Надел. Ага, не факт. Блин.
Можно попробовать, но вряд ли. Горю. У меня кара есть, она. Да блять! Сука, сейчас на третьем наступлю, я сдохну. Где на бас? Там. Сука. Если бы я не наступил на два гриба, я понял. А я наступил. Ты мог культануть? Нет. Ты ж, Макс, бой я сейчас, короче, в заре ультану. Вон ты. Дракон 40 секунд. Рамос уже там. Подожди. Как грибы доели. Вторая стихия какая? Так, а говно есть? Уже, она зеленый. Что ты сказал? Что ты, блядь, только что сказал поговорить? Ну что? Ну, фауника, вода. Давай воду. Роза. Вон фея. 10 секунд. Фея. Ты, опа. А, упор. Всё. Пошли отсюда. Ну ладно. Напал парень. Она похилилась и умерла. Уже зря, наверное, ультовал. Да почему меня, сука? Главное вовремя дать кару. Да. Щиток сейчас будет, щиток. Вьетнам какой-то. Больше щитков. Делаешь? А, блять, я лучше Моргану за свою принял. Хорош. Машина. Они же оба фиолетовые. Жопа фиолетовая, что? Жопа? Жопа? Жожоба. Ты попал. Я попал, да. Что будет делать? Накил или порешил? А хотя бы ты должен ходить. Тимон тоже попал. Горит, блядь. Я походу в могиле. Блядь, это реально в могиле. Или нет? Not even close, baby. Слушай, ну там краги стоят, может заберешь? Где? Вот здесь, иди, возьми. Я на базу. Остановить кто-нибудь Максима? Рост. Сейчас шмурки ломать начнёт. Упс, отходим. Бам. Выжил. Она страшно все. Может барона заберем? Сука. Хотя зачем барон, когда можно забрать килы? Да. Можем просто их сейчас здесь. Зачем барон, если можно забрать игру? О, черт, не видно. Но... О, какой, смотрите. Молодой человек, жонится, бро. Такие сладкие, хоть сейчас не знаю. Я сейчас, подождите.
Почему у тебя, сука, ненависть к Люксе? Не успел. Не знаю. Это вот не нравлюсь ему. Типа гриб. Сука. Хорошо, хорошо, хорошо. Иди вообще, иди. А, флеш. Чего он не прожимает? Лол. Это вот тиммейт. Ух. Они гипсы. А у меня когда маленькая. So that's how it is, huh? Then this time I'll fight for real. The second years are a lot stronger than us, but with the right training, we can surpass them. Ezreal, stay calm and rely on your senses. These abilities are still unstable. Replay. Ah. Sweet. Ладно. GG. Next. Ты вернулся? А, бля, вообще споры остались. Хороший, суку. Красавчик. А? Меня похвалили? Все, сейчас он свой бросить пойдет. Просто в прошлом пати его только... Пусть вообще. Он помог мне? Да. Чёрный. Очень хорош. Не, на самом деле и вчера я его, кстати, хвалил. Хотя это странно. Да, Скуп? Да, я сам в шоке.
Не знаю, может, на, может во мне это алкоголь действует так. Ты играешь хорошо? Хер его знает. Теперь ты понимаешь, почему я пьяно играю? Да. Это замечательно, чувак. Абсолютно похуй, и в тебе. И в тебе просыпается король, типа, пизду сюда, блядь. А у нас маг будет. Будет вообще. Ну я могу взять лилию с магическим ранг. Да, у меня плохие воспоминания связаны с лилией. Прости. Без обиды могу взять эко или фиддлстикс. О, фиддлстикс, точно, спасибо, что это. Подождите, а почему вы не спросили, кто будет у нас в саппортах? У нас же получается возможно. Ладно. Ничего не вышло. Ты для меня пикнул или тебе? Я себе пик. Так, ну они скрешу, я возьму карту. Нормально. Мы в раз с Максом, блядь, играли в Мордекайзер с Йориком на боте. Да, давай, кстати, повтори. Мне страшно, я всю игру бегал бесполезный, знаешь, то чувство, когда АДК реально бесполезен, а твой саппорт, блядь, бегает соло, ёбло ломает, короче, и там вот и пушит. Ну, хочешь, я буду АДК Йориком, ты будешь саппортом. У меня возникла другая проблема, меня зажигалка подвинулась. А, нет, всё нормально. Я бы думал, какие руны взять. Да сейчас все на Зере играют, срань господня. Так, Моргана, отлично. Ну слушай, она вышла сегодня, что ты хотел? Похуй. Когда Барт выходил, а почему ты на ней не играешь? Потому что я ее, во-первых, не купил, а во-вторых, я... У нас же есть открытая бутылка вина. Я работу посмотрю. Да? А, да, я тут... Это же релес. Жатву будет тяжело стакать, наверное. Возьмем казнь. Так тут написано, красное сухое. Возьму такие. Хотя, вот так вот хочу. Все. Идеально. Тоже красная полусладкая. Нет, подожди, это красная полусладкая, а это красное сухое. Чё, в винном отделе работаешь? А, не, это он просто уже шарит за это. Ну, не знаю, я бы сладкое оставил, а сухое не сильно. Выпил бы. Слушай, видимо, я делаю домашнее вино, поэтому... В смысле? Кромысли. Даже... А, я ж тебе не рассказывал. Так, по... стоп. Ты делаешь... Не, это нормально, стандартная практика. Ты делаешь домашнее вино, меня не позвал? Ну, слушай, я сомневаюсь, что ты мне сюда приедешь. Похуй, я преодолею эти тысячи километров ради того, чтобы пить его вина. Но если я обрыгаюсь, это будет на твоей совести. Ну, я не знаю, но сухом делать шашлык мы обычно же на пиве делаем. Я тоже, кстати. Но я тогда еще помидоры добавляю, чтобы он такой более сочный получался. Мы добавляем, ну, обычный лук, и да, чтобы мясо было мягче, еще газировка. Кстати, ну, обычный. Кстати, мы что-то заговорили про алкашку, да? Я, конечно, на работе был. Вот, я не помню, я рассказывал, ты нет. Значит, мы такие сидим. Я как раз пришел на обед.
Вот. Мне, короче, такой хирург. Подожди, подожди, извини. Вот это какое? Полусладкое. Ну тогда сладкое, это вот, полусладкое им, сухое оставим, ну, чтобы разнообразие было. Рауле, мы от одного сидел, да? Ну да. А вот это Ахат сухое белое. Это Ахат. Слушай, давай просто все бутылки оставим дома. Потом. Так вот. Короче, я зашел такой, значит, на обед, да? Мне такой, короче, хирург говорит. Ну и мне там, и остальным докторам. Такой, типа, ну, короче, смотри. Старый Новый год, может это... хряпнем. Мы такие типа, а чё пить? Он такой, ну, к сожалению, спирта у меня нет, но у меня есть самогон. Я такой, сижу, знаешь, в облаках типа летаю, там в телефончике лазю. Все такие, давайте, 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 короче. И он такой говорит моему терапевту, с кем я сидел, такой типа, а чё, Ром будет? Она такая, Ром? Я такой, да, буду. Я смотрел на этот самогон, наверное, минуту или две, блядь. Потому что у меня плохие ассоциации с самогоном. У меня такой замечательный ассоциация. Вдруг притащил такой самогон наливной на вишне. Блядь, на вишне. Пошел. А у меня в тот раз, блядь, батин друг притащил такой самогон, блядь. Там процентов, наверное, 80, блядь, было. Мне так... Я, получается, его пил, а он на автомате как чужой из меня уже вылазил из живота. Но я... Ну, а этот самогон, кстати, нормальный был, мне понравился. А на чем он был? Блин, не помню. Тоже, кажется, на вишне. Но он пился очень легко. Итак. Опа, Люсен. Блин, не хочу с 40 с Люсеном стоять где-то. Прошу, не говоришь. Кто бы мне говорил? Да? У тебя вообще это зарелось с радостью. А, да, не, мне здесь алкашом. Сейчас, сек. А, что не ставим-то? Не ставим-то? Слушай, а что ты себе понять могу? Что ты такой тихий стал? У тебя микрофон что-то поменялось? Фу. Я не знаю, что, может, он все-таки потихоньку умирает? Ты его не топил? Ну, если в собственной бомбёжке, то да. Кровь слеза. Этого не дождёшься. Ну, а кто тебя знает? Я, конечно, ранимый, блядь, человек, но не настолько. Ты ранимый? Да. Ты не знал? Вообще ни разу. Не скажешь, вот просто не скажешь. Почему? В смысле? Я что, не похож на ранимого человека? Ты что, охуел? Вот-вот-вот. Боже. Собачка. Я подумал, Рома сейчас просто уже... Это ранимый такой стал, у меня тут тявкать. А если я начну тявкать? Почему я нас-то представил? Ну давай, блядь. Ходи сюда. Давай, давай, давай. Эй, блядь. Да ладно, чё с радиусом, блядь? Ладно. Бот сразу на линии был? Да. Нет, не сразу. На красном было. Ой, на... Да, на красном. Мне это, если закачать, поддержишь? В принципе, могу. Сейчас я... Понимаешь, у меня есть таких самоняк, только эфир. Ну, нормально, не слышишь. Можно на второй какой-то самому оставить. Все на станции, в принципе, сам могу его убить. Ты можешь сильно залететь. Так не коснусь, в принципе. Ну, он по таврам уже стоит. Они сильно не агрессируют. Да и пока, наверное, не будут. Фирма услышать дать.
принципе... Не, он даже анкидывался, вообще не стоит. Блять, тоже. Продук. Зайдет? Не, он как бы. И не зря. Телепорт. Он даже свой лес не чистит, я так не играю. Сэс. Один хороший стан. Так, на верхнем кусте вардов нет. Ну, окей, минус плаш. Сэс. На нижнем кусте. Он на боке. Да ладно, не дотянул. Опа. Давай. Давим, 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 давим. Кого, кого? Да, уже не помню. Сейчас, сейчас. Он под башней? Не, он уже пошел по той там. А, перцы. Я не понимаю моментами кинбокса джина, то есть иногда можно бы за 3 пизды бэшку дать и нормально. Я сейчас бэшку прям на миллиметраж, то есть блок дал, и ничего, ноль. Мне обидно. Я просто и не целюсь. Где там Атрукса, блядь, это попал? Ебался от Израиля. Ух, Израиль сам. Зарис, а что тут? А сюда. Да, 7 минуты, я без киллов. Что за дела? Ну никак, что игре сюда будет. Are
There is beauty here, hidden beneath existence. Inspire everything. Опа. Кто идет? Вижу, принял. А? Карта 10 секунд. Бля. Стив. Да я не знаю, чего. Да, мне хватает. Дамажить хотел просто. Ох, черт. Нет, уходи. Просто. Ай, прям по. Не, не хотел драться. Прикинь, он мне кьюшку снял станом. У меня башки нет. Чисто повтотащить могу. Ай. Так, че, я бэкаю, сейчас хочу форму взять. Тоже бэкаю. Он такой вкусный. Ну ты его доберешь. Должен. На автоатака. Не убью, представляешь? Умру, скорее всего. Да, я умер. Просто писец, у него флеш был. Такая тупая смерть. Из-за резни откуда вылезла еще. О, все, начинается резня. Почему отрок не на топе? В чем прикол? А, я вижу вот бот, ладно. Зашел. У нас бота нет. Не, я вернусь. Нет, 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 я так просто не уйду. Давай, забери тачанку. Ну, зачем ты ее смайти, что мог ее просто добить? Я ж тебе ее оставил. Да, он потом непробиваемый. А, у нас Бейгар. Где вы? А, у вас там? Да. Ну да. Да, у нас Бейгар. Не у нас, у вас. У нас. У нас. У нас. Вас. Да кто такие вы у нас? У вас, не у нас. Алло, блять, у нас, блядь. Ёбаный Бейгар. Он не пойдет сюда. Товарищ Мигер, соизвольте покинуть лайн и другие каналы на лайн. А? Чё ты акаешь, блядь? Это какой пиздатый чудище. Престижный. Престижный. О, летит, блядь, летит. Да неужели? Бьет к нам. Все, блядь, вылез из стенки, блядь. Залезь обратно. Да, поправился. А, кто это? Он под тауэром. Я сейчас усмейтану. О. Вот, блядь, от двух выстрелов не уворачивает, а от других двух как на ура. Умничка. Ну
Мама, это какого помощи? Там бардик. Разбежались в разные стороны. Ну, я рот нашел. Сан. Ласковый Егор. Сука, он успел летануть меня. Он так больно бьет, сделал. Я впервые вижу, чтобы Зэри урон наносила. Ну, возможно, это Зэри просто нормально играет. Я не думаю. Ой, вот. Ой, блять, а что это? Ой, никто этого не видел. Никто, ни зрители, никто. Да точно, я же стримил, блять, сюда. Ладно. Это произошло случайно. Это не тактически моральное давление. Бля, я хотела типа прожать этот изнурение, а прожала этот скачок, ну. Да. Не, это тактическое давление. Да, да, да. Тактическое или токсическое? Да, я фушанулась прям к Зэри такая. Слепила. А, Йона. Твоей красотой своими мувами. Наверное, я охуела от такой самоуверенности. О! Пришел? А, блядь. Здорово! Сарака пришла. Все, все, блин. Там Сарака уже сейчас облил. Все наш мелкий на Йона. Привет. О, там Зэри, Зэри, Зэри. Или это Зэри. А что, матнет, а без бафа? Положи таблетки. Его бы сейчас ультимейт. К нам Люцик выехал с Вейгаром. Угу. Заламываем его, убегаем. Да господи. Как нас этим таблетками уже? Oh shit. Да блин, Макс! Психологическое давление. Он что-то тоже там делает. Он пытается. Дракон через 50 секунд. Угу. Залезь обратно.
Что-то тебе сегодня не везет. Да дайте выдуму! Просто на каких пан. Я сейчас просто бивну. Если он выжил, как? Знаешь, тебе тоже, по-моему, не везет. А джин мог раскрыться. Радиус не потом. Ты мог тогда в бочку. Он здесь что сидит там? Я бегу. Спасибо. Я отхилюсь. Птичек, не трогайте там. Ладно. У меня же плохая ассоциация с этими птичками. Окей. Да, я что-то в кифе такой пошел сегодня. Я вижу прикольное. Кое-что прикольное. Да ладно. Опа. Забыл. Господи. Да благ слишком ладно. Обнаружена угроза. Спасать фиатого. Синего. Синего. Где? Голубой. А что ты красный? Тапы. Тап. Я еще его оказываю. Добил. Шнегр. Какой? Блин. Привет, парки. Да-да-да. Брать? Подожди. Ну тут сейчас уйдет. Они-тян! Твой идет за ним. Блять, как же он уворачивается, пиздец. Мастер додж. Не, он реально уворачивается, охуенно. Оружие на угрозу. Сука, а еще мне, блядь, что-то говорит, что я кривой. Нормально. Я так каждый раз делаю. Хочешь еще более такой? Хочешь прикол сука, посмотреть? О! Ладно, она мне нахуй не нужна. Блять, у меня какой-то рычин, блядь, бегает. Я же с английской ручкой играю, она такая, я же, не знаю, воды в рот набрал. У меня интернета нету. Давай, хорош! Пидарас! Пидарасина! Ты какая, блин? Блин. Ладно, блядь. Нормально. Рассчитано. Наконец-то. Боже мой, what the fuck? О, щит! О, щит!
Привет. Бан. Тебе лицо. Все враги. Покажите мне врага. Ну и ладно. Ну зато у крипов почистим. В лист попал. Так, теперь мне надо идти в саппорт в Йоми. Потому что нахуялся на этом. Хорош, Каин, красавчик. Не терял духа. А мне нравится эта пати. О, сундук. Интересно, за что Сараки дали самого этого? Ну, может, не там в чате срач был, а она типа всех успокаивала. Ну, блядь, просто показатели обзора. Моргана, 51. Сарак, 25. Установлено. Сукуб, зачем тебе идти в саппорт на кошке? Иди в лес на кошке. Реально. Так, будешь выходить на мид, короче, прыгать на меня. Мы будем вместе убивать. Не, короче, смотри, вы еще берете две кары и вместе идете в лес. Да, да, да. Еще мне старую стату. Представь, где там Шая с Рейканом бегали по лесу. Ага. Не, я видел. Реально. Я видел один раз кошку. Кто там хотел на саппорт могло. Я видел. Да не, я просто эту проблему буду нашить. Слышишь, Сукуб? А. Видел, как челики брали мастера в лес и Юми на мид. И просто мастер выходил на мид, и чисто, знаешь, трансформируемся, вот эта вот вся херня. Слияние Гурнлаган. Ну реально это Power Rangers там было, я не знаю. Кстати, на самом деле Сукуба зовут Егорка. Егор. Блин, а я ему еще лайки ставил. Знаешь мое имя? Ну да, я знаю твое имя, ты у меня вообще в друзьях ВКонтакте был. Был. Да, вот именно что был. Всё, у меня до сих пор так еще расписка не достал. Надо достал. Да. Так, собственно, я же главный, точно пошли. Надо будет тебя как-нибудь достать. В прямом и переносном смысле. Звучит, знаешь, как угроза уже больше. Ты была угроза. Так. Конечно. На ком поиграть? А, ну да, пошли. Ой, так, ну что-то не скинул еще, все, возьму варику. На данный момент у меня не куплено аж целых 4 чемпиона. Да, догадаюсь. Как эту дуру зовут? Зери. Зери, Нами, что-то там еще было. Нами, да, правда, еще. Думаю, еще. Ааа, сейчас я скину, зайду и там где-то... Козёл. Этот, блядь, как его? Когач и Зак. Ну, да, думал о Жаке, но я честно. Я их прям вообще до последнего брать не буду. Они мне нравятся. Хотя нет, вру. Зака я купил на втором аккаунте. Рома. Чё? Лесной картус? Нет. Видишь, нет. Судьба. Это вовремя. Я, блядь, не знаю, вот если бы это я ливнул, да. Не, ну может, сейчас, кстати, можно лесного картуса. Сейчас, в принципе, пока все нормально. Не, слушай. На ком я тогда был? Хуй я там помню. По-моему, ты в саппортах тогда на Алексе сидел. Да. Там еще Илюша в Удика пошел. Да, Илюша там играл, да. И
Сила, что-то везде, телега, амуса. Взял бы мастер. Не, слушай, на него надо уметь пушку прожимать. О, не, все, я знаю. О боже. Ну, от кошки, в принципе, даже маргаритка. Да, в смысле, маргаритка, это прям ван лав. Она всю игру делает. Если у тебя есть скин баскетболист, то можешь играть. Не, нет. У меня, к сожалению... У меня есть скин баскетболист. У меня два скина, блядь, на это говно. И мне не играю. Он мне не нужен. О, Барри. Ага. Макс. Ты это... Как его там, да? Решил новые тактики попробовать? Сейчас, подожди, только руны вспомню. Так, это молния. Это отличный пик, я отвечаю. Да я не спорю, в принципе. По крайней мере, получше, чем всякие там джинксы на них. Я все АТК. Да это как обычно, ничего нового. Есть смысл брать темпа? Темпа? Ну, бля, как бы да. Варвик очень сильный с темпа. Ну, как бы так пассивка. Ра-та-та-та. Ты не забывай, что у Варвика пассивка работает, когда 50% здоровья нет. Да, пассивку так не так не стерпел. Ну, по факту, а смотри, это Варвик просто на начальник может дуэлиться. Ладно, все надо скина пробовать. Ничего, конечно, блин. На стену. Я уже играл в такой так, как этой стены ясик на боте. Не, Кижи мне все же красивую стилевую схему Варвика. Ну, чем на других проектах в этой линейке. Так они у всех одинаковые. У меня розовый Варвик. Не знаю, у него... У меня... Проектовый Варвик? Ну смотри, да, проект, у всех розовый. Линеек проекта, то есть вот последние вот эти вот Варвик и все остальные, да, у них цветовухи, они одинаковые. Я много раз это видел. Вот я сейчас смотрю как бы на новые скины, которые выходят. Ну, блядь, типа, Эзра не плохо. Мне песенка забагалась. А, не бывает. Это клиент. Я уже давно в клиенте музыку выключил, постоянно багает. Так, сейчас. Стоп. Не, я имею в виду, вот как мы выбираем чемпионов. Типа, ну да, на стадии пика. Ну, в клиенте. В клиенте просто врубаешь, а нахуй все. Это, я немного не где пойму, его это... Убить? Сейчас. Я не знаю, сейчас можно. В настройки клиента. Вон, да. Подмышки. Если у тебя второй клиент есть, когда игру сворачиваешь. А, нет, нельзя открыть сейчас. Потому что у нас игра запущена. Тогда пусть лезет в это, где звук. Как там, правильно, отключение музыки. Мишкрет звук. Но там есть общие настройки музыки. Типа системная, игровое, а, я понял, понял. Ну ладно, видимо, придется с этой хуйней играть. Да ты сейчас в настройки зайдешь, когда катка начнется, и отрубишь ее. Кстати говоря, это ясик не понял. Не, у клиента отдельная музыкальная тема. Да? Он поверх лиги играет. Благо, что я все это сразу врубаю. Что-то у нас... А, кстати. Я только что заметил, точнее только что услышал, что у меня тоже эта херня забагала. Ну, типа, блядь, после предыдущей катки, когда она скинулась, она у меня забагалась. Да, почему-то. Да, 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 такая же хуйня. То есть, я еще при первой катке, когда мы начали, я сразу ее вырубил. Музыка стадия пик у меня идет до сих пор. Ребята, вы знаете, что есть за вершиной горы Таргон? Ага. Иной мир. Населенный могучими и невестными существами. Это откуда у всех ты написано? Это знаешь? Откуда? Откуда? У всех это написано. Блин, Максим, ты надоел. Это то же самое, как с винтовкой. Играй в сам, блин.
Такой, вот знаешь, ты знаешь, как называется, какое имя у винтовки Грейвса? А ну-ка, давай. Судьба! Молодец. То чувство, когда там что-то там про торгон, короче, читают, и у меня такое все на английском. Кайф. Ну, ты тоже на английском зачитай, давай. Уже не могу. True. Do you speak English? А? Speak English. Понятно. Окей. Я типа не слышал, ты очень тихо сказал. Суккуб, нахуй иди. Все, пошли. Я люблю. Господи, музыка Джина, музыка... Одному не нравятся скины из Аркейна. Нет, они мне тоже не нравятся. Слушай, особенно на Вайна Кейт. Зэри, где у нас? Она... ВДК. Или на стоп. Миду. Или мид. Она была вот тут. Она на миду, но она была вот тут. На АДК. Ну, на АДК, скорее всего, с нами будет стоять. Ясик, да. А-а-а! Ну, на самом деле, так попроще. Я лучше буду играть против говна, который просто стреляет, нежели против говна, который катается по КД. Так, окей. Зэри, короче... Тут. Вот она, да, стоит. Если она стоит, значит никто помогать не собирается. Значит, они на красный. У них капрал Ракулис в команде. Не, морда тоже не помогает. Они сейчас кем-то идут. А, у них Джак несут. Ага. Неприятная хрень. Да. Особенно с темпом. Надо было пэшную лили взять и просто от него бегать. А то у них в лесу. Джакс. А, Джакс и сам прекрасно может справиться, ну ладно. Ну, он не хочет. Я, в принципе, зачистку с выхода на бот делаю, так что особо не давите их. У меня первая пушка, так что похилиться, если что, не смогу. Да, да, окей, я пока не агрессирую. Ну, Рени, красавчик. У меня второй. Отлично. Домой. Я не знаю, почему Зэри не прожала хил. Вай, ты хочешь ган? Да. Сука, договори хотя бы. Да, ты прямую форму подарил. Ранс. Одна. Он мне игнает кинул. А не, у меня нет игната. Не надо было просто прыгать за ним по тайру. Выбери флеш, уже хорошо. Да я не думал, что на меня у нас... Я что-то замедлил, что у меня из Нурини, это еще что-то было. Угу. Нурини. Ну, она второй раз повезет. Ну чё, Зэри. Джакс сейчас может прийти. Краб не тронутый. Не играет. Где ты там? Да чё вы себе флешаете? Блин, собаку видит, блядь, не-не-не-не-не. Подумаешь, у меня бешенство. Вдруг заразятся. Чемпот выиграют.
Слушай, ну это не ковид же. А сейчас же новый этот сам пошел. Оу. Ой, какая. У вас там сукуп такого нет еще? Одна и та же херня. Слышь? Ну, пока не говорят. Потому что у нас уже есть случаи заболевания. Ну, у нас если есть, то никто не скажет. Ну, по факту нигде не скажут. Так, все, давай нам на базу. Джакс, уходим. Окей. О, ты не зачистил. Он не пускал, но что хочет. Алло, игра. Чуть просадка тебя была. Ой, мага, тополя. Эй, ты глянь мою хп. Я вижу. 100 хп, блять. Там, не, не, там не 100, там было хп 20, наверное, изначально. И Джек какой. Hello. Я опоздал, да? А что, вы драться надо? Вы тут вроде деретесь, а меня фонарь... звали, да? А я фонарь притащил. Фонарь. Случайно совершил ошибку, блин, пин купил. Да, перезаряжайся, брат. Не без окопа на топ. Джакс. Я уже вернулся. У меня еще один бард есть. Ага. Space is not silent. It dances in it. О, Джакс. Видите, он стан был. Короче, выходит с крутящейся этой ешкой. Сначала ее, короче, закрывает, а потом прыгает. Ну, я он вертолет. Да, вертолет. Чуть-чуть всю кровь. А, вы опять эту маленький. Это мой, да. Съешь. У тебя нет? Пол? Что? Флешнус? Нет, уходим. Я иду на бот. Какие они все вкусные на боте, а? А можно мне? Это просто фарм голды. Бам. Бля, я представляю, какой ты скорость сейчас на бот бежал. Давайте дракона заберем, пока что их нету. Да, вариант. Так я без пары? Так все, держи четвертый выстрел. Забавно. Я вообще не закупаюсь. А, горит. Слишком много так спида тульты. Плюс темпа. Давай. Собака, давай!
Слушай, а что, Варвику в Б это заменили этот? А. Маны не хватило. Так, вайтайм. Ладно. Окей. Пойдёшь. Ушёл. Я, кстати, я немножко не понял, что у тебя Варви как-то там немножко странно под этой. Скажи, под Вэшка бежал. Okay. Может, анимацию изменили? Джакс тут. Да-да-да, они с Самолейник тоже. Пинга. Опа. А когда я центр не пугал, тогда был. Я не видел, сколько там мудакайзера. Ну, а без калаша, без ульти, я бы, не знаю, ушел бы или нет. Я варды расставляла, сейчас буду. Больно немного, как бы от Дэри было. Ренингтон, чего все чашки пошел? Секунду. Как вам иду? Ага. Вы здесь? Есть. Он опять пластины забирает. Рука. Просто устал, он просто пушит. Какой классный рингтон. Рингтон? Рингтон. Я хочу рингтон. Хорош. Там это, хелпа. Хорош! Машина, просто машина. А, все. Давай. Меня застрелили. Там, за секунду. Подошки вспотели, да? Как раз мы играем. 29 секунд. А, ну это грамотная звери, она нормальная предмет купила. Этот гипер. Сапог. Сапог. Собака, what are you doing? Ты нет. Я иду. Я по-прежнему бегу. Я иду. Я бегу. Варт надо. Давай там сами думать справитесь. С ней. А я пойду кавер подальше. Да зачем? Давайте ДК и эскейп. Как надо. Офигеть, я только что за... Мы напугали, блин. Капец, я зафейлил только что. Должен был умирать. Так, кара есть, суку? Блядь. Понятно, кары не было. Он ее просрал. Была кара. Пипин, глянь. Ой, блин. Хорошо, а хорошо. Ты... А. Давай, вопрос мне, Пин.
Не, ну это было красиво, конечно. Это было клево. Да, мне понравилось, у тебя за это лайк, да. Это мой лесник, да. Я начал. Давай бот убьем. Давай. Убьем. Хорошая идея. Говорит, и нет. А я это. Я мне не нужен. Главное это. Блин, крипы слишком близко. Блин. Она пойдет на тесной варде сюда? Есть. О, пойдет, пойдет. Ладно, только если нам будет смотреть, я только вижу лайк. Это 15 секунд, ладно. О, 15 секунд. Зачем пойдёт тебя убивать? Это вард, оказывается. Там вот здесь это. Чё, бля? У меня нет ульты. Переживет. Ой. Живу, живу, живу. Спрятался. А! Нет, у него еще игнайт был. Смолки его переехать. А ты придешь? Животное. Кто там к вам все едет, аккуратно. Уходим. Что за бесполезный ренингстон? Он просто не идет, он взял, развернул. Просто, блядь, вибрирует и все, даже ни гудка не слышит. Бесполезный ренингстон. Пока. К нам идут Зери и Сэна. Да, хорошо. Вот обратно. Мы должны что-то ломать, а вот убивать. Принимаем? А. Заказ. Вот, кстати, вот этот, вот это можно принять. Так, ваш Убер бежит. Ага, к нам еще убер собака. И давай, сука, давай, давай, давай. Убер собака. Так. Дальше ваш выход. Раскрываюсь. Сейчас, блин. Да, вот ты. А? Так, у меня маны мало. Тема такая. У меня нету. У меня нету Yale Force. У кого же чего нету? У меня вот, например, здоровье. А у кого оно есть? Курение вредит. А, ты про свое здоровье? А что другое? У кого сейчас болит, а там не говорит. Давайте мид. Давайте мид сломаем. Собака, блять, тупая. Ты кого тупым назвал? Я килл дал. Все по плану было. О. Дракон. 50 секунд. Да короче, я лучше закуплюсь, а то я бегаю как собака, действительно. Мне бы тоже сейчас закупить. Тоже не успел. А, все, у меня коллектор. А, у нас Рейни, кстати, сдох. А, нет. Топ. Дальше не купили. Ну, уж на дракона сам разберет. Чё ты мне морда? Какое я чувствую? Ты? Я до сих пор чувствую ясик. Джакс, Джакс, вон бегает, смотри. Да вижу. Джекс? Вон, видишь, Джакс. Джекс. Ты... Мясо? Петь, все говорили про дракона, говорили, блин. Никого рядом с драконом. Морда. Не пизда. А то было весело. Он ни одному тебе пизда. А че так много народу?
Вот я ничего не понимаю, вот на кой было удалять статик, чтобы давать его потом чемпион как пассивку. Так, я бегу. Пойду в кого уже? В Джакси. Что еще чувствую? О. А что, он отменил? На будь. Да. Тогда что? Клинок падшего первый? Морда, уходи, морда, уходи, морда, уходи. Морда, уходи, если тебя не приди там, да? Поробись. О, пар. Промазал, промазал. Мазал. Хватит убивать его. И не будем. Я бы на закуп забегал, конечно, но ладно. Он тогда быстро, да? Смотри, осторожно, сейчас ветерком не упал. Да сделай кусь! Да, да. Дракон. Скоро, через минуту. Я на завтра. Лечение на скорости. Морда. По-моему, сейчас прибил из-за рингтона. Хотя, может, из-за меня. А, ты про него с ботраком говорил, да? Угу. О, все здесь крип стоит. Где? Нет. Нет. Здесь крип мертвый стоит. Без хп просто стоит. Не, я просто вижу вот этого крипа. Они на драконе собираются, ребят. Вот этого крипа, да? Осталось. Да. Я тоже вот этого крипа вижу. There is beauty hidden beneath existence. Мортал, который меня любит ультовать. По-моему, увай на варде. Да похуй. Возможно. Не-не-не. Нет, тут варда. Ну они же понимают примерно, что мы тут, да?
Вард будет ломать. Ой-ой-ой. Быть, мы на него накинулись. Ясик, не буду. Смотрите, хриплю Шанира начинает помогать. Наш тоже кару дал нормально. Сука. Иди сюда, ублюдок, мать твою, так быстро. Потому что я мобильный. Сука. Ща, блядь. Включи свой. Так, ладно, пойду на базу, блин. Так, надо... А, нет, блядь, погоди. Почистить, я что-то бегаю. Нет, нет, тут красный стоит. Уже нет. Да. Уже нет. Тут петухи, смотри, стоят. Ну, петухов мог и не трогать. Ладно, я одного тебя оставлю. Итак, нет, уже забираю его. Так. Ну, Джексон. А, понятно. Так. Расстрельная пушка не работает на ближнем? Работает. Работает, только смысл. В первую тычку дать усиленную. Он все равно с одной дышкой. Меду пачка идет. А в боту тоже. Противники. Ну, ему пачка не нужна, я возьму. То есть тут вот пачка идет. Мне не нравится, они сейчас, по-моему, на бароне. Они там нашивались недавно. Думаешь? Не, вряд ли. Там морда Геварда. К тому же ботлейн у них на боте был. У них слишком это... У них нету стальных яиц, как у нас, так что вряд ли. Отсылка к Лариту, кивайки. Когда Джакс функционировал... Мордык возьму. Ой-о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 й-
Просто сыкло. Всех надамажили, никого не убили. Коллектора на них не хватает. А где Ренингтон? Ренингтон, ну вот. Нет. У него есть ТП, он может дать ТП. Ребята, а кто-нибудь знает, что это за легкие рядом с ником отображаются? Легкие. Вон, сейчас Джин ультует рядом с ним, вот видите, подготовки там легкие такие. А, без хп сегодня. Они на барона. Да не, они без хп сегодня. Да, на барона. Да, они на нем. У меня пассивка на нем. Да? Да. Иди туда, иди туда, иди туда, я сейчас прилечу. Лети по барону, давай. Я даже анимат эффекты вижу от этой дуры. Ага, понял, понял. Не, уходи, уходи, уходи. Мы сейчас можем выйти. Теперь ждем. Что, блядь? Я вторых оставлю. Пасу Сонькаем. Там, короче, Зерри без всего осталось, то что захитит. Кто еще? Зерри, на нулах остался. А, лол. Да их тут задолбали. Ты сейчас кухню не вышел. Чё? Чё? А где она? Где? Ты Заку байки видел? Доброе утро. Дракон через 40 минут. Ой, секунду. 40 минут. 40 минут. Самое время. Минуту на
я прям мясанул. Зазнался, зазнался, все понятно. Санул кушки просто. Че еще можно собрать такого? Это 19 минут, дракон. Хорошо. Пицца нет. Собери. Закрой. Клонзарда Доминик? Ты нет. Да. Да, меня закроют сейчас там. Вообще самурай. Думаешь, по клану будет работать? На дракона идем, ребят. У нас душа. Да. За поклон херня. Ой. Ой. Я не хочу драться. Обычно я знаю, что я соберу. Бля. Ромка, зачем ты вообще устригерил? Не. Ущет. Не я же? Ущет, ущет. Я со. Нахуй. Нет. Красный, красный. Она поживет. Он здесь файт, а он красный, красный. Самое время на красную. Смоток. Да, жду момент. Давайте. Я понял. Давайте прыгнул, я такой прыгнул, я один. Чуть бэкдор не устроили. Еще успел пришопить всем. Да хватит. Ой, тут зелье, мы тут все. Джоня! Джоня. Осторожно, зелье больно бьет. Я заметил. Это зелье прям. Это. Она какая-то нормальная, что ли? Блин, я только... Я умираю или ухожу, они сразу такие агрессивные становятся. Все, Реня побежал. Ломать лица. Угу, могилу. Они. Они, да. Убил кого-то. Ух, щит. Охренеть. Осторожно, смотри, он самого Реня кто нас загасил. Значит, это морда там, скорее всего, какой-то. Блин. Оно едет. Так, я теперь сам бегу. Я тебе просто бэкнулся. Чего? Почему у меня бэшка не активирует? Нет, я прыгнул, блин, он называется. А-а-а, всё, я... Да. Опять не снул по этой шутке. Чего? Чего, ребят? Гэлпэм. Уничтожение, фьюшка, ассасинская, охереть. Вот для этого я и говорю, что до дракона осталась минута, чтобы все успели там собраться, и чтобы не было вот такого. Ну дай немножко порог. Вообще, ну, чем рофлить, если можно играть нормально? Ну, видишь, у них топер играет, а у нас нет. Ну и что? Зато мы вчетвером играем и тащили игру нормально. У нас Ранитон танцует, красавчик. Я в том плане, что видишь, он же может себе позволить рушить. Что мы не можем? Мы что, хуже Ренектона? Ой, хорошо, хорошо, блядь. Да. Тут на баску. Ну, варианта два.
Я не могу. А где анонсировать будет Warwick? Да. Я либо я так и буду не умирать. Могу пробить, блять, этого. А, дракон. Дракон 40 секунд. У кого какие проблемы? Жин не может пробить, я не могу выжить. Дракон 40 секунд. Да, дракон, дракон, дракон. Он 40, блять, уже 30! Хорошо, прощай. Time to stop, please. Ты только начал. Так, придется драться за него, они сейчас все придут сюда. Да. Реня, дефай. Сарака, лучше бэкни, уж покинься. Да, это надо. Да похуй, блядь, вот ягоды есть, нормально. Это медовый фрукт? Медовый фрукт? Да, вы, блядь, дракон. Нормально, нормально, нормально. Это то я тут думаю. Берем по-быстрому, да. Давайте. Да, мы. Сука, иди сюда, говно, блядь. Нихуя! Ты дурак! А чё он меня забыл? Так, какие? Так, где бай? Ай, погиб. Байкаемся. Всё, Реня, 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 Реня! Хорош! Ой, ты ещё жив! Ой, хорош, хорош, хорош! База горит, база горит! А, всё, мне жопа. Бегайся, база горит! Уходи, уходи, блин, Джин! Не-не, не уйду. Чко? Ебать! Сука. А, чё, база сгорела? Угу. Кто сейчас быстро встанет у нас? Давай. А, нет, Сарака. Секунд. Сарака быстрее. Вы ёбаные крипы, блядь. Сарака, на тебе все держится. А, не-не, деф быстро. Блядь! 5 секунд, 5 секунд. Все. КГ. Джина был, надо было бэкаться. Да я все равно не бэкнул, просто если меня Джакс обошел, меня прыгнул, не убегаешь. Толку, 350 крипов, парни. Просто я не понимаю, зачем устраивать бесполезные файты. Ну, реально. Типа, мы забрали дракона. Я по факту даже не видел, что у нас эта база горит. Пока никто вообще не заорали. Ладно. Со всеми бывает. Не, со мной такого не бывает. Первый сдох такой, со мной такого не бывает. А, стоп. Я хочу... Ну, я кто нам мышь не отнесет, купи жопу. Чё? Чё? Кто? Да? Сейчас, секунду. О, всё, а, да. Бля, время-то уже ебануться. Ноги гнутся. Да не, нормально все время. А, да, знаешь, раньше для меня это было нормальное время, реально. Но тут на днях я решила восстановить режим себе. А сколько у тебя времени сейчас? Сколько раз я эту фразу слышал? Не, правда, типа, я реально стараюсь. Да выходные на нас вали. Ну и что? Ну, бля, слушай, до этого я ложилась спать в 7 часов утра, ну, только ложилась спать. В отпуске я так же ложилась. Ну, нет, нет, я что, зря сутки не спала или сколько больше, блядь, для того, чтобы снова проебать все? Нет, спасибо. Не, я, получается, пока в отпуске был, я ложилась так же приблизительно, в 7, 8, 9 часов утра. Сейчас я на работе, и я ложусь... Так же? Нет, нет, то есть я ложусь как бы... Обычно часов в 12, именно в будни. О, и просыпаюсь часов в 6. Даже там, можно сказать, пол шестого. Чтобы выехать на работу. Ой. Сейчас нормально, я привык. Пока у меня выходные. Слушай, а ты... ты медбрат, все, я помню. Да. Хотела спросить, кто ты, кто по масти, блядь, терапевт? Нет, спасибо, так... Мануальщик или кто они там? Так, такой масти мне, блядь, не надо. Я, конечно, скажу, но ромобит. Да давай уж, говори, давай, давай, блядь, давай, нахуй, сука, козёл. Я тебя тоже люблю. Я заметил. Да. Суровая гейская любовь. Ну еще встретимся в Москве, я тебе смузи банановый куплю. Так, ну кто-то... Ты из Москвы?
Да. Актуальщик. Или... Подождите, кто из вас из Москвы? Суккуб. Я. А, ты? Я подумала. Медбрат. Я из самого чёртова района из Москвы. Я из Чертанова. О боже. Но... А я с Волгограда, я не парюсь. А я из Москвы, я не парюсь. Не, а давай сюда, я Илюшу позову. Устроим. Московская гей-пати, блядь, пасть. Давай, давай, блядь, да. Я боюсь, если Илюша сюда зайдет, он, блядь, застесняется ее и будет молчать. А он, блядь, мод. Кто? Да Илюха, блядь. Он же, блядь, стесняется девушек, как не знаю, что он же, блядь, как его там. Девушка. А, прям. Понял. Сейчас, блядь, на стрим ко мне зайдет, такой, ах ты, сука, блядь, палишь меня, блядь, гандон. Надо чат сейчас посмотреть, может, он реально сидит там. Да не, он не заходит ко мне на стрим, слушай. Я сегодня что-то, блядь, посрался с ним немного, чуть-чуть. В смысле? Блядь, капельку. Я такой, типа, пишу, когда в лигу? Он такой, типа, ну, как обычно, в своем репертуаре, блядь, когда Роман на горе свистит, я такой, блядь, сука, свистеть не умею. Когда Роман на горе свистит. Он такой, я такой, ясно, ясно, понятно. Все, иди нахуй. Ребят, ладно. Ребят. А. Давайте одну арамчик сбегаем. Святые слова. Ну, я думаю, здесь кое-кто не согласится. Ну ладно, похуй, погнали. Да? Чего? Не ожидал, сука, да? Вообще ни разу. Не, на самом деле, я просто сейчас это... Как... Вообще пухой стало. Он все это время тренировался для Рама. Слушай, давай тогда завтра ТФТ в дул пойдем. Нет. Я сказал плохо, но не настолько. Это нормальная тема, кстати. Я могу в ТФТ поиграть чисто из-за эмоций новенькой и все. Больше нет. Ну я тоже хочу туда пойти за эмоцию. Там же надо победить или просто сыграть? Не, просто сыграть. А, да, тогда можно. Так, а если, короче, типа я проебу, сдохну, да, там первым, по сути, да? И выйду в скатки. Ну долго будем. А, типа. Понятно. О боже, это Гаргас. О май гад. Я какой статный мужчина вы. О боже, господи, Иисусе. Гэнгбэнг, видо. Это всего 95 РП стоит. Да почему мне скины сбросились? Обидно. Потому что обнова. Чё лучше, красивый скин? И хороший дамаг. Дамажный скин. А, понял. Спасибо. Так, конечно, карту с собой взять. Из шакрамом. Карту с шакрамом? Да, в раме он нахере. Типа КД, но у тебя вообще интернет почти что. Я доверюсь тебе. Блин, никогда не думал. Не-не-не, на Фидлхикс это гораздо лучше. Я сотворил зло. Господи, опять я на ГП играю, блядь. Это мой любимый герой в раме. Да. Охуенно. Вот старыми бочками, да, вот это охеренно. Да, старые бочки, которые стояли по минуте. Хотя да. Сейчас мы добавили 5 бочек, нахуя 5 бочек? Блин. Чё, 5? Куда? В смысле 5? Да, они всегда 5 стакаются. Блять, а толку? То есть, у него КД на 13 левеле были? Они порезали, они... Yes. Они то ли Ронному на бочках порезали. Да он уже давно порезанный, чел. Он очень давно порезанный. То есть с момента, когда... То есть смотри, когда с момента, когда бочки сделали по 15 секунд, а не минуту, то есть они уже тогда урезали урон. То есть раньше ГП намного ёбнутый был.
Господи, он и сейчас шотает с бочек. Чего вы жалуетесь на то, что урон порезали? Не, ну тогда-то было. А, ну тогда и мастерки были другие. Не, ну слушай, он жалуется, потому что тогда он прямо one shot, one kill. А сейчас, ну, два шота надо дать. Ну, по факту, да. Вообще, реворд ГП мне вот этот нравится. То есть, старый ГП был зашквар. Какой-нибудь АП ГП, блядь, ёбаный, вот как вспомнил. А, красивый скин, кстати, на карту. Да. Ой, фу, блядь, опять этот зашкварный скин смотреть, блядь, с этой убогой озвучкой. Ёбаная да, крыса. Да. Это тоже люблю. Опять у тебя кошку сейчас... Кошку точек сыра подарю. Опять у тебя сейчас, блядь, голос будет, тебе, блядь, не знаю, на яйцо наступили. Я без звука играю. Не, ну вот я без звука не знаю, как бы... Мне нравится, наверное, слушать озвучку, но... Слушай, же... я понимаю, почему ты не любишь крысу, ну подумаешь, я тебя разок баф сидел случайно. Это давно было. Вначале игры. Слушай, когда, я когда в лигу начинал играть, знаешь, сколько у меня, блядь, раз баб пиздили, блядь? И не крысы, блядь, а друзья, которых я ты продал. Мусор. А я король мусора. Доедать будешь? Бля, отвечу-то просто. Но, самые лучшие тосты, это у Пантеона. У Пантеона, блядь. Пледа. Видел вывеску на входе? Это череп твоей мамки. Слушайте, это все банально, это все херня. Вот Алистар, это не для дойки, блин. Это не для дойки! Это не для дойки! Полезешь на быка, получишь рога. Я понял. И все равно куда я попал? Лучший. Я воин! Не больше, не меньше. Не, там я воин вообще-то. Воин, блять. Так, воин. Катка началась. Фигарета я достал. Ага, все хорошо. Типа, решил грызать, как получилось. Где моя двухшлока? Штанов? О, одобряю. Ой, блядь. Я смерть. А где музыка? Я набираю силы. Супер Сайан, блядь, просто на максимал. Ого! Это что такое? Ты кто, блядь? Что было? Я себе. Я страшно, она больная, может ливнем? Это психологическая атака. Персон сработал. Не смотрелось там видосик про Морган. А, блядь. Ну, сука, неудобно, блядь, крючу. Я, по сути, кнопку мышку нажимаю. Неудобно, что Киана... Одна линия, да? Нет. Нет, просто как бы немножко несостыковочка. То есть карта, по сути, ледяная. Он ли получается? Боже, о май гад. Я вообще на ней играть не умею, если чё. Я вот сейчас потерплю немного. Я не закупился. Ладно. Потерпишь или внёшь? Не-не-не, я покурю. Потом положу вторую руку на клавиатуру. Другую вытяну из штанов. Сейчас буду Так, ну в принципе я. Ты давай там натирать твою двухстволку. Блесеть от этого лучше не станет. Сейчас иду. О, опять сейчас будет залетать здесь. Постало. Ну,
Які сни, сладкі сни. Сни наяву. Сни во сні. Ну, на мету не держитесь. Слушай, а ты еще тут? Пам пам. Изи. Оп, изи. Изи байт. Че? Да хватит. Передир. Что так грустно? То, что мертвый. Что мертвый умереть не может. Это ты про нашу бездну? Название YouTube канала какое, знаешь? Вот слепого, блядь. О, все, вы разозрели крышу. Дайте пират кило, пожалуйста. Почему я агент 006? Агент 006 кривая бочка. Инопланетный алкаш. Все на соке на апельсинах. Кайфовый скин на этот чок. Оу, щек! Да почему именно крыса? Да ладно, блядь. Ну делает. А чё так больно?
Да, вообще не думаю. Ну как бы нет, мало. Сейчас я это посчитаю будет. Ну я кухон два раза больше там уже, чем это. Все это несправедливо. Ого. Бой? Так, где? Лицо, чё у тебя? Слушай, можешь посмотреть по мобильному мне на 30? Попроси, пожалуйста. Нормально. Пахал бар. Просто вырвай столбу. Второй удар. Да. Да надоело ты. Да, не терпящий. Раз. Блин, я взял ясность, мне разум не завезу. Такая же херня, честно, умираю. Да чё так чё-то упрятно, а? Ха-х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 а-
ты атаковать-то будешь, а? Что встанет, да? Хорош, хорош! Все. Это называется камбэчная. Ну, сейчас желательно пропушить немножко. Tongueless men can't talk back. Может, сегодня будешь в Реквием? Бесполезная улика. Еще и у всех это. Конец бессмертия. Арбалеты ебаные, да. Чё? А. Да, блядь, туда-сюда, рывочки, чувак, на неуязвимости. И на этом, где пушки дал, откинулся. Cruelty with purpose, boys! Это был ГП в танке. Да блин, как же он? Чё, за говно, а? Ам, потом. Leave them with nothing but their fear. Ебно радует, его по нерву идет, походу. Идет. Так пиздец, что в меня, я даже не успел настрелять. Все ады хотели. Опа. Ой, ну кто проебал такого мужчину? Sink or swim, lads. It's the spot. What the fuck? Into the ocean.
Да. Класс. Просто. Бля, зачем мне тут не спикнулось, да? А чем не заканчивается? Почему его хотят? Ну, не плохо. Анги, все. Так, Ари, 2 секунды. Так, блядь, не заебало это. Ладненько, ребятушки, всем большое спасибо за игры. Теперь я точно пошла спать. Давай еще одну. Блин, ты издеваешься. Ну, последнюю, Last, Ультра Last. Да. О, хорош. Last, все, Last. Нарам случайный. Видите, слева сверху написано Нарам. Да, Нарам случайный. Нарам случайный. Как какой-то Нарам, это что-то это арабское, типа. Какое-то имя Нараб. Есть Нашараб. Есть Нашараб, это, короче, такая хуйня. Соус, короче, гранатовый. Которым поливают есть. Шашлычки. Я знаю, есть как оно? Зжжённый руб, во. Зжжённый руб. А есть наш шарап? Блять, охуенная штука, прям охуенная. Шарап и зжжённый руб. Мне из-за жара теперь захотелось. Вот с шашлычками на шарап-то прям муа! Так, не, гайс, друзья, вынужден покинуть вас. Никос, я устал. Да давай, Ласт! Меня даже... Говорили на Last. Все, меня так легко.